14 ноября в нашем университете состоялось мероприятие, не имеющее аналогов в России. Три крупных педагогических вуза страны подписали соглашение о сетевом взаимодействии. А это значит, что башкирские, пермские и челябинские университеты станут сообща готовить будущих педагогов. Этот союз, без сомнения, новая страница в жизни трех вузов. Ведь со дня подписания соглашения меняются и масштабы работы, и ответственность увеличивается втрое. В чем же проявится сетевое взаимодействие? Пока стороны будут осуществлять сотрудничество в разработке и реализации модульных программ. Сюда входит и обмен магистрантами и аспирантами. Также будет осуществляться работа по организации межбиблиотечного сотрудничества, внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс, организация обмена ведущими преподавателями, проведение совместных долгосрочных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация и проведение совместных научных мероприятий, а также спортивных и культурно-массовых студенческих мероприятий. И это еще не все. Соглашение будет постоянно дополняться приложениями, куда будут вписаны интересные идеи по сотрудничеству. А предложения рождаются практически каждую минуту. Например, лишь за время проведения ученого совета преподавателями и сотрудниками БГПУ было изложено немало идей и предложений, к которым ректоры вузов отнеслись с большим интересом. Нам оказана очень большая честь, когда ректоры вузов, проректоры приехали в наш педагогический университет. Задумайтесь сами, коллеги, Пермский педуниверситет, почти столетняя история. Челябинский, в Урале, авторитетнейший вуз, 80 лет, а мы пока на их фоне совсем молодые. Но у нас есть чем делиться, и я благодарен своим коллегам и делегациям за то, что они, вот признав наш вуз как серьезный педагогический вуз, приехали, и на самом деле сегодня совершается исторический момент. Ректоры трех вузов не сомневаются в том, что в скором времени к их трехстороннему союзу захотят присоединиться и другие педагогические вузы страны. Нет сомнений в том, что результаты соглашения не заставят себя долго ждать, а сетевое соглашение станет надежным и мощным стержнем всей российской педагогической науки. Сегодня запускаем, ну, это что-то вроде таможенного союза. Это не закрытый клуб, в который больше никому нельзя войти. Но от того, как мы начнем взаимодействовать, поднимется некий рейтинг вот этого объединения, и вход каждого следующего будет накладывать уже определенные требования, конечно, на активы и возможности следующего участника.